Приветствую вас на канале AsmodeePlay. Мы продолжаем играть в Watch Dogs. И мы ищем вход. Нам надо разблокировать. Это как называется, вход где-то рядом. Разблокировать надо три станции, чтобы открыть этот вход. Тут у нас такой мега... Как он правильно это называется? Мега вход такой. Так, вот кто это? Понятно. Так. Трюк с машиной мы уже видели. Мотоциклы. Эх, это будет повторение. Так, я пока что-то не вижу. Как мне сюда попасть? Лифт. Так, ладно. Предположим, лифт. Ну, отпущу я его. Вот у нас ничего нет. Сюда я тоже не могу, да, забраться? Надо как-то ползти, как я понимаю. По трубам нет? О, попробовать, мало ли. Вдруг. О. Вот он. Итак, первая вышка. Ух ты, а тут что-то, смотрите, интересное. Давайте посмотрим. Максим. Всего у меня максимум это. Поднимаемся. И сматываемся. Будем ползти поверху. Так. Сюда. Электричества-то нету. Чего вы парите-то мне тогда? Где тут? Открыть. Открыть. Заходим. Такая небольшая мини-головоломка. И вот еще. О, а здесь открыто, смотрите-ка. Оденьтесь. Ну. Кажется, генератор заработал. Его мощности будет мало. Поищешь вот вход. Как Блюм спрятали целый бункер. Надеюсь, есть потайной лифт. Дергаешь рычаг и спускаешься на тайный уровень под землю. Может, под воду? Мы на острове. Размечталась я. Ну, вверх. В одно из зданий. Буду искать. Все, значит, получается... Сейчас надо, чтобы электричество поступило. Надо еще... Опа! Еще два рычага. Поэтому... Бежим навстречу приключениям. Продолжаем. Так, еще две точки нам надо вскрыть. Первая. Так. Ну-ка, первая это где? Так. И приехали. Куда? Кто-нибудь что-нибудь здесь видит? Так. Ну, можно туда наверх, я так думаю, забраться. Так, ну если нам туда... Стой. Ну-ка.
Опаньки. Что-то мне подсказывает, что надо вот так кругами ходить. Вот сюда. Ну, вот правильно. Так, куда эта тропинка нас ведет? Опа. Открыли. Открыли. Заходим. Заходим, не стесняемся. Блин. Вот сюда, 25 метров. Это вот сюда. Так, я хоть не рано залез-то сюда. А то кажется сейчас. Не, не закрыто. Взлом произведен. Ну тут можно было. Готово. Будем внутри, подключишь к сети. Для таких, как я, это находка века. Облажаюсь. Забирай мою карточку хакера. У тебя правда есть карточка хакера? Проведешь нас внутрь. Может, и покажу когда-нибудь. Я стараюсь. Понятно. Ну, я думал, может, здесь можно и так как-нибудь. Ну ладно, суть не в этом, у нас остается последний. А как нам? Блин, опять ползти вот так. Последний рычаг у нас остается. И мы получим грандиозное убежище. Он где-то спрятан, замаскирован. Блин, этот мотоцикл там оставил, жалко. Так, это ворота потом не подчинятся. Генераторы там. Взломаю двери. Давай, взломаю двери. Так, сюда. Сюда. Где шнурок? Вот так вот. Это я легко проделал. Было очень просто. Как-то так. Куда? Сюда? Где тут можно залезть? В окружную. Идем в окружную, посмотрим. Так. Где тут залазить можно? Пока ничего не нахожу. Ладно, смотрим. Ждем и смотрим. Вот так я далеко убежал. Так, а я не понял, зачем здесь камера? Нет. Что-то я не догоняю, да? Вот эта штука как-то падать должна. Или я до нее как-то добраться должен. Да не то. Так. Что-то я упускаю. Я не понял, почему дверь-то закрыта? Это глупость какая-то. Как мне? А, вот как мне добраться туда надо. Все понятно. Хитро же придумали. Да не то, не то, не то, не то. Вот он. И поехали. Какие хитрецы. Шалун. Сюда, блин, сюда. Последний рычаг. И нам открылось убежище.
все. Спускаемся. Нашла. Судя по всему, система включилась. Подожди. Чего? Что может случиться? Там 100 лет никого не было. Хочу увидеть твое лицо, когда откроется дверь. Так, вот. У нас вон туда доставят. Видите вход? Давай. Поехали кататься. А здесь у нас что? О, тут даже стекло есть. Как мило с их стороны. Что-то раньше, кстати, не замечал его. Так, смотрим, что у нас здесь имеется. Звуковые файлы и аудиодорожки. Что мы тут можем взломать? Что нам оставили предыдущие обитатели всего места? Какая-то... Ну, какая-то ерунда. Ну-ка. Добро. Да, милый. Дом, милый дом. Ну, что я говорила? Что ты говорила? Я была права. Клара, пообещай мне кое-что. Никому пока не говори. Дождись, пока закончу. Лады. Давай, включай свет-то здесь. Помоги-ка запустить. Давай, куда тебе ткнуть? О, кабинет. Ну, с Богом. Да будет свет. Я же не зря это все это сделал. Калис? Что? Что ты? Какая-то крутая штука попалась. Похоже, Блюм вывезли большую часть железа. Но самое главное, связь есть. Ну и то ладно. Вуаля. Нас могут засечь? Все защищено. На бумаге не засечь, не взломать. Нам почти удалось. Ну давай, адрес. Адрес. Дай координаты того айпишника. Минутку. Почему он так важен? Да, это просто зацепка. Давай, куда ведет? Демиан это нашел. А неплохо спрятано. Просто так не подлезть. Что там? Сигнал был из Россифремонт. Вот чиновой срой. Богатый район? Или что? Камеры. Хорошо бы глянуть, что внутри. Подключишься? Без проблем. Нет, они даже не в системе. Странно это. Если не выйдешь отсюда, подрублюсь изнутри. Ну давай. Как вернешься, все будет готово. Конечно. Я сейчас мухой туда, одна нога там, другая, ну, тоже где-то там будет. Сделаем все. Стой. Тут где-то какая-то штука должна быть. Это я хорошо помню. Получен навык. Опыт, дерево. Ну-ка, вот здесь вот внизу, по-моему. Нет. Так, первое это вон там. Понятно. Вторая, значит, вот здесь вот может быть. А ты тут открываешься вообще?
Ладно. Давай-ка сходим вот сюда. Нет, нет и нет. Ладно. Сматываемся. Идем туда, куда нам сказали. Еще раз смотрим в окно, как нас катают. Не стоило мне впутывать в это Клару. Доверие — опасная вещь. Ничего страшного. Но без нее я бы ничего не добился. Вот так вот. Мой друг, если у меня могут быть друзья. Так, 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 где он? Где он? Вот он. Так, мне надо направо. Блин, нет, не туда, жму-то. Не, налево. Вот сюда. Меня не обдуришь, у меня же есть пульт. Вот так. Ой-ой-ой-ой. Я не понял, ты чё, олень? Тварь такая, сейчас выйти тебя из гранатомета как бахнут. Я вас спрашиваю, где справедливость? Блин, еще один катер ползет. Че ты, не вписался? Ага, я успел наконец-то, вот хрен тебе. Ждите, коллеги. Мы сейчас, ну, кстати, неплохая дорога. Прямая. Главное, чтобы поезда не оказалось на моем пути. Бумк. Ничего страшного. Нет, я просто не умею водить. Вот и все. Я не пьяный. Я не сумасшедший. Я просто не умею водить. Вот видите, к чему приводит, когда у тебя нету прав. Нет, какие-то права у меня есть. Допустим, право хранить молчание, права человека. А вот с водительскими правами, да, туговато. Тихо, тихо. На скорую руку. Давай-ка припаркуемся здесь, мало ли, ты мне можешь понадобиться. Поехали, смотрим. Только учти, я за тобой присматривать не смогу. Роси Фримонт. А так надеялись на этот район. И что в итоге? Теперь все банды под одной крышей. Раньше ходили район на район, теперь сосед на соседа. А остальные жители? Кто не с нами, тот против нас. Я тут осмотрюсь, выясню, что они намутили. Так, самое интересное, я в этом районе был, и чекпоинт или что он там, этот, галочку отмечал. Айпишник Дэмиана ведет сюда. Это место — настоящая крепость. Один я не пробьюсь. Ладно, подоблюсь к их сети. Посмотрим, что там к чему. Глаза-то разуй. Так. Тихо, 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 тихо. Вот и все. Больше вас не потревожу. Жрать охота, мелочь будет. Я пошел, ты.
Опа. Так. Пойдем сюда, сюда, сюда. Все. Использовать. Первый открыли. Считали. Какая прелесть. Тут же снайпера есть. Вон они, они. Падла. Ну и что там такое? Вайс-Ройс отрубили сети ОС по всему Росси-Фримонт. Перенаправили все сигналы. И в офлайне не только сети ОС. Весь район. Тут жутко. Такое ощущение, что прошла война. Понятно, почему Блюм бездействует. Проблем с деньгами у них нет. Странно это. Боже мой. Боже. Спокойно, гражданочка. Я не понял, он там есть или нету. Кого, меня? Зачем? Я хороший малый. Тихо, 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 тихо. Опа, снайпер обратно залез. Давайте его навестим. Ни хрена тут нет, проверю там. Спокойно. Опа. Тихо, тихо. Пойдем потихонечку. Там еще снайпера есть. Не надо их беспокоить. У них свои дела есть. У нас свои. Взломали. Вот какой я молодец. И у нас остался последний терминал. Так, а мы можем? Тут камера где-то есть? Должна же быть где-то камера. Блин, блинский. Так, вы меня не видите, да? Это хорошо. Меньше гемора с вами будет. Так. Так, не зевать, усекли. Спокойно. Почти готово. Думаю, власти Чикаго сильно недооценивают Вайс-Ройс. Они не просто бандиты. То есть все стало еще сложнее? Да. Боюсь подумать, что мы найдем внутри. Банкоматы взломаны. Похищают банкомат и взламывают.
Так, и что мы тут? Не ту нажал. Ничего нету? Ничего. Ладно. А будь настороже, брат. Какой тебе брат? Господи, шакал на шакале, брат. Хотя. Ладно, можно, мы же шакалы. Так, мы открыли дверку, зашли. Ладно, вернусь в бункер. Подключусь и посмотрю, что они скрывают. Уходите. Да без проблем. Вообще не то нажал. Ну ничего. Блин, где тут машина-то получше есть? Вы что тут делаете настройки? Крути, ушел. Что надо? На базу? Куда ты еще? На этом все? Нет. Это только начало. Мне надо пробраться туда, все разузнать и найти сестру. Ну вот, ты все выяснил. Что потом? Выясню, кто за этим стоит. И разберусь с ними. Со всеми, кто причастен к смерти Лены. Ты еще тут? Да. Я здесь. Ладно, до встречи. До встречи. Так, на скорую руку, часть 2. Задание выполнено. Бунк. Конечно. Куда едем? В бункер. Стоять. Понятно. Ладно. Едем. Итак, нам что-то перепало 17% от всего криминала в городе на раскрытие. Считаю неплохо. Мозг как развернут, да, как я его поставил, так и развернут. Это хорошо. Недавний опрос на сайте WKZ показал, что жители на стороне мстителя Эйдена Пирса. Да, меня все любят. Готовы ему помочь. Предупреждаем горожан. Уголовно наказуемо. Ничего не знаю. Помогайте. Помогайте, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Я буду только рад. Братская преданность. Давайте возьмем миссию. Ну и, наверное, закончим на этом наше путешествие. Быстрое было, да. Смотрим. Берем миссию, заканчиваем.
что, ты все? И сам справишься. Вроде бы да. Ладно, я понимаю, ты испугалась, все дела. Вовсе нет. Смысл мне оставаться? А смысл тебе уходить? Не лучшая твоя попытка. Мне нужна помощь. Ну, наконец-то. Кадри, давай ее. Твоя помощь. Команда? О, oh, yes. Да, команда. Yes, совхоз. Непривычно, наверное. Очень. Так сложно было? Очень. Нет. Очень. Ну, начнем. Куда ты пялишься? Слюни потекли. Посмотрим, что у вас там интересного. Ну что, на этом все. Увидимся в следующей серии. Пока.